Отметили лучших. 27 студентов средних профессиональных учебных заведений Ненецкого округа награждены именными стипендиями сенатора Российской Федерации Дениса Гусева. В конкурсе на право получения именной стипендии участвовали студенты Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Выучейского, Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова и Ненецкого профессионального училища. Безусловно, большинство, более половины студентов – это новые лица. Ребята узнали о конкурсе, активно включились в работу, проявили свои способности в учебе, в спорте, в общественной деятельности и тем самым достигли результата. И самое важное, что мы смогли привлечь внимание к нашему подрастающему поколению, сориентировать всех учащихся на то, что добившись результата и успехов, они могут в дальнейшем стать настоящими профессионалами. В номинации «За активную общественную деятельность» победила студентка третьего курса Наринмарского социально-гуманитарного колледжа Камила Пашкова. Девушка ведет активный образ жизни, и победа ей досталась заслуженно. Я даже не знала о стипендии, просто я сама по себе активист, волонтер, люблю помогать людям, хорошо учусь, стремлюсь к хорошему будущему, и поэтому я оказалась здесь. В номинации «За достижения в спорте» в именную стипендию сенатора получили 9 студентов, лучшими из которых оказались Виктор Беляев, учащийся Ненецкого профессионального училища, Тарас Суськи из НАЭТа и Алена Артеева, студентка Наринмарского социально-гуманитарного колледжа. В номинации «За достижения в учебе» первое место завоевали Дмитрий Чупров, Ненецкое профессиональное училище, студентка НАЭТа Антонина Веснина и Ольга Поздеева из СГК. Конкурс на именную стипендию сенатора проходит уже во второй раз. Василий Хтанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север».